На завтрак или в качестве закуски к праздничному столу предлагаю вам простой и очень аппетитный вариант, как приготовить бутерброды с горбушей соленой, быстро и настолько вкусно, что не оторваться. Еще одной пикантной изюминкой в этих бутербродах может быть ломтик лимона. Приятного аппетита! В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Горбуша – 200 грамм. Хлеб – 6 штук, или булочки. Огурец – 1 штука. Красный лук – 1 штука. Сливочное масло – по вкусу. Количество порций – 6. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Буду скучать без вас.